Итак, ребят, всем привет. Осталось до Нового года 15 дней. Совсем чуть-чуть. Но настроения нет никакого. И я решил себя, да и вас, немножко осчастливить посылками, которые я сегодня получил. Да, сегодня у нас будет вскрытие посылок. Одна огромная, здоровая. И две посылки от своих подписчиков. Что находится внутри, шикарная. Но большая, интересная будет многим. Тем, что я решил еще и семью порадовать. Эту посылку я заказал на Озоне. Что находится внутри, вы увидите. Может быть, кто-то воспользуется и сделает так же, как я. Но об этом полный объем распаковки и обзора посылки вы увидите на моем канале Александр Самарский. А здесь просто вскроем и полюбуемся то, что мне прислали. Так что смотрим, будет очень интересно. Вот она наша, ребята, коробка. Огромная коробка. И давайте не буду вас долго ждать. Значит, раз, два, три. Вскрываем. А внутри у нас, ребята, вот такая штука. Что это? Не знаю, ваши предположения пишите в комментарии. Да, кстати, я ее не так поставил. Давайте ее переверну. Раз, два, три. Та-дам! Это у нас, ребята, электрический камин. Выглядит, конечно, ну, немножко как бы не то, что я видел на прайс-листе, на картинке. Давайте разбираться, что внутри у нас имеется. Ребят, в комплекте этого камина идет пульт и инструкция по технике безопасности и по правилам установки, использования. В общем, в принципе, все есть. Real Flame, то есть реальный огонь, да? Подключил я наш каминчик, дабы его проверить, потому что в течение 30 дней можно отправлять обратно. Вот здесь вот на нижней части табло у нас имеется тоже пульт. Можно как на расстояние регулировать освещение, тепло, также можно и в прямом контакте. Ну, давайте включим, как он. Загорелся сразу, мгновенно. Давайте сейчас пробежимся по настройкам, какие у нас имеются здесь функционалы этого камина. Вроде как по ту сторону экрана смотрится неплохо, да? Красиво, идет приятное потрескивание дров. В общем, неплохо, неплохо. Но все равно, мне кажется, за такие деньги это дороговато. Повторюсь, если не говорил об этом, стоимость такого камина стоит 17 тысяч рублей. Но после того, как он ко мне пришел, я посмотрел на этом же сайте, стоимость этого камина уже 23 с лишним, то есть 24 тысячи. Перед Новым годом цены выросли. Вот, также спешите, может быть, цена еще взвинтится, да? Да, может быть. Так что давайте сейчас по настройкам. Не, сейчас он не греет, он просто сейчас светит, ребята. Давайте пробежимся по настройкам. Вот, на, ребята, эта панель. Кнопочка включения. Включаете, загорается индикация. Кнопка включения слева. Затем идет у нас огонек. Нажимаем. Как вы видите, меняется режим пламени. Ярче, тускнее. Итого таких три режима. Дальше. Звуковая кнопочка. Что означает она? Поняли, да? Элементарно. Исчез у нас звук. Затем следующая кнопочка. Это у нас по ходу вентилятор включился и пошел горячий воздух. Да. Тоже имеется несколько режимов. Второй режим. Ой.
И третий режим. Режим выключения. То есть, когда нажимаешь на нее, вентилятор продолжает работать, выдувать горячий воздух, и автоматически он отключается. И песочки. Песочные часики. Загораются 0,5, час, час 15, 2 часа, 2,50. То есть вы поняли, да? Каждое нажатие – это прибавление таймера на 30 минут. Максимальный режим до 7 часов. 7.30 – последняя дата. Прикольная вещь, прикольная. Вот, вот так вот все это дело выглядит. Я считаю, даже реалистично. Вот. Так что зачетно, зачетно. Теперь под него будем строить камин. Ребята, подиум. Это нужно куда-то вставить, чтобы было шикарно, красиво. Так что смотрим дальше, что у меня из этого вышло. Ребят, с камином идет вот такой вот пульт. Обозначения тоже такие же, как и на самом камине. Также идет инструкция. Real Flame. Вот такая вот инструкция. Ну что, ребята, интересная получилась первая посылочка, да? Но у меня еще две. Так что давайте посмотрим, вскроем посылки от моих подписчиков. Думаю, там что-то интересное все-таки будет. Приятного, приятного вскрытия мне, а вам просмотра. Ну что, давайте погнали, ребята. Давайте начнем с маленькой посылочки. Посылка у нас пришла из дальнего. Ну, для кого-то дальнее, для нас это ближнее. Это город Канаш, Республика Чувашия, от Коли Иванова. Также посылочка у нас пришла из Москвы. Адреса показывать, кто чего мне шлет, не буду. Это у нас Дмитрий Евдокимов. А что внутри, конечно же, покажу. Для начала поехали с маленькой. Не буду теребонькать, вскрыть, как там, что, потому что упаковывать сложно. Давайте сразу. Вот так вот, ребята. Нет, ребят, шучу. Не пусто, не пусто. Там находится, ребята, вот такой вот сувенирный монетосик, красиво чувашия, в двух штуках, две монетки. Чуть попозже, чуть поближе я вам покажу, что за монета. Класс. Чапаев. Поехали дальше. Москва. Ну а с этой посылочкой пришлось побороться подольше, чем с предыдущей, потому что упаковано, ой-ой-ой, серьезно. Так, раз, пакетик, два пакетик, три пакетик. Все? Больше нет ничего? Да, больше нет ничего. Что у нас это? Ох, шикардос. Это пока непонятно. Но это вы уже поняли, что такое. Это у нас нумизматические щеточки. Давайте все это поближе разглядим, дабы перейдем на стол вместе с этим. Ну что, погнали распаковывать. Что же у нас интересного здесь имеется? Посмотрим, давайте сначала щеточки. Что за щетки? Я как бы тоже практикую чистку щетками, но тут щетки какие-то. Что это? Непонятно. Так, щетка. А, на копе чистите, ребят, щетку. На тренчик ее сажайте, на ремешок, и никогда не потеряется. Прикольно. Здесь пластик. Ай, блин, а это сталь, ребята, это сталь. А это что за хреновина? О, здесь тыкалка. Нифига себе. Шкаблить, дырки делать. Видите, да? Прикольно. Ну, неплохо, посмотрим, как она себя зарекомендует, такая щеточка. Так, книги. Интересные книги. Прямо от души. Если честно, я как бы мечтал о каталогах.
Теперь они у меня есть. Теперь они у меня есть. Давайте я вам не буду показывать процесс распаковки. Займет, в принципе, много времени. Ну что, распаковали? Первая книга. Каталог банкнот России с 1769 по 2021 год. Цветные иллюстрации. Ценники. Сохран. Фотографии. Цветные картиночки. В принципе, ребята, шикардос. Банкнот, конечно, у меня немного, но они есть. Каталог монет России 1682-1917 год. То есть каталог по царизму. Coins. Москва. Здесь вот так вот. Описание. Ценовая политика. Я думаю, вот эту вот книжечку я буду использовать в дальнейших своих видеосюжетах. Прикольно. Прикольно. Следующая книга. Каталог монет СССР и России 1918-2023 год. Погнали. Что у нас тут? Здесь монеты юбилейные. Здесь монеты. Да, здесь монеты как бы вот даже ходячие монеты, юбилейные. Также здесь монеты современные. Затем, что у нас тут? ГКЧК монеты, рубли. И потом пошли советики. На убывание вплоть до 1900. Да, я вижу сеятеля. Разновиды. Прикольная книга. Прикольная. Давайте вернемся вот к этой коробочке. Очень интересная. Мне Дмитрий говорил, что внутри имеется. Ну, сейчас вы увидите. Распакуем ее, да? Тоже вне эфира. А внутри, ребят, находится вот такая коробочка. Сверток. И еще один. Бонус. Написано бонус. С наступающим. 2020. Ну что, давайте, пожалуй, начнем. Ну, это явно монета. Это, судя по тому, как она упакована, тоже монета. Давайте посмотрим вот эту коробочку. Мне очень интересна она тем, что Дмитрий говорил, что это вот такая хреновина. Есть у кого, ребята, размышления, что это такое? Вещь очень интересная. Так, здесь у нас батарейки. Давайте проверим, что это такое. Так, это включение. Откуда? О, что-то включилось. А, это второй режим. Кнопочка. О, кнопочка. Это что? Это ультрафиолет, ребята. Прикольно. И это, ребята, у нас. Смотрите, что. Это у нас карманный микроскоп. Как работает? Не знаю, получится заснять, нет. Но это карманный микроскоп. Увеличивает в 60 раз. Прикольно. Зачетно. Вот в таком вот футлярчике.
Ну и давайте к монетам. Итак, вот такие две монеты, ребята. Это у нас монета Чапаев. Пришла с Чувашии. Вот такая зачетная. Вообще класс. Затем вот эти давайте вскрывать. Новогодний бонус чуть попозже. А внутри, ребята, находятся действительно монеты. Упакованы были вот в такой футлярчик. Внутри находятся монетки. Давайте с меньшего к большему. Тем более под цифрой 1. Обменяй на 2. Не понял, что за обменяй на 2? Что это такое, ребята? Пишем в комментарии. Походу какая-то монета. С обратной стороны у нас вот так. Чё такое, не знаю. Надо будет спросить у самого Дмитрия, чтобы знать. Но если вы знаете, пишите. Что это у нас такое? Следующее. Поставь на номер 3. А это, наверное, какая-то, я не знаю, фишка, что ли. $1. Вот такая вот фишечка. Надо будет спросить у Дмитрия. Так, ну и вот такая вкусняха. Он про нее мне говорил. Это серебряный доллар. Год. Сейчас вам скажу, какой год. Блин, не скажу, ребята, не скажу. А, да, скажу. 1900 год, ребята. Видите, да? Так, или не видите? 1900 год. Серебряный доллар. И я думаю, этот доллар нужно поместить в капсулу. Не вот в такой вот, как в данном случае, а вот в такой вот, как вот в этом варианте. Видите, да? Монета находится в капсуле. И этот доллар тоже нужно поместить туда. Зачет, зачет. Вообще шикардос. Но это не все, ребята. Это не все. У нас еще есть с наступающим Новым годом. Вот такой вот красавчик. Давайте его вскроем, да? Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Ребята, новогодние мечты, мои мечты сбываются в новогодние дни. Моя мечта, ребята, я постоянно озвучивал на видеороликах, ребята, насчет крестовых монет. Это крестовая монета 1730 года. 5 копеек. Ух ты, ну ты, фу ты гнутый. Ребят, мечты сбываются. Это первая петровская крестовая монета. Офигеть. А, 30-й год. Не, это не Петр. Но все равно я их называю петровскими. Потому что время петровское. А это Анна Ивановна, по-моему. Блин, классная, классная. Вообще огонь. Ай-яй-яй. Давайте я сейчас вскрою вот эти вот, ребята, монетки. Вам поближе покажу. Ну что, ребята, вытащил я их. И давайте посмотрим. Это у нас, я так понимаю, какая-то китайская монета. На однерчике, смотрите, то ли клеймо там, то ли проба стоит. Что за клеймо, что за проба? Камера расфокусирует, ребята. Но я сейчас это все дело сделаю при помощи нашего микроскопа и посмотрю. Может, вам смогу показать. Вот такая вот фишка, ребята. Походу, у нас Дмитрий любитель казино.
$1 Беллагио, да? Дальше, ребята. Вот такой вот, смотрите, огромный серебряный доллар. 1900 год, сохран. Просто шикарный. О, он что, перевертыш, что ли? Он такой должен быть или что? Ребята, перевертыш. Видите, да? Один серебряный доллар. Блин. Красивая монета. Очень красивая. Но больше всего меня порадовал вот этот, ребята. Смотрите, какой красавчик. 5 копеек, 1730 год. Та-дам! Наконец-то! Мечты сбываются, да? Мечты сбываются. Прикольно, Дима, от души. Вообще огонь, красиво, красиво сделал. Вообще красиво. Чувашия, Коля, тоже спасибо за сувенирные монетки Чапаев. Зачетно. Кстати, ребята, одну из них мы разыграли на стриме, которая ушла новому владельцу. Мне две-то ни к чему, да, ребят, верно? И вот одну я разыграл на своем стриме. Ребят, решил посмотреть микроскопы в деле. Не знаю, вам будет видно, нет. Сейчас фокус наведу. Ну, через камеру не очень, ребята. Но реально классно видит все, ребята. Вообще класс, бомба. Теперь я точно буду супер зрячим человеком, чтобы копейки 25-го, двушки 25-го различать и не тереть. А то у нас часто бывает. Блин, что же там за год, 24-й или 25-й? Вот теперь вот с этим вот лайфхаком я не просто разгляжу, но еще и почищу монетки и посмотрим. Зачет, зачет. А сейчас давайте вернемся к нашему. Слышите, да? Трещит. Это наш камин. Давайте я вам покажу, как я его уже сделал. Итак, ребят, посылки понравились. Огромное спасибо Дмитрию, Николаю. Вот, так что мне очень все понравилось. В частности, камин мне спину греет. Здорово. Обнем в полном объеме вы увидите у меня на моем канале Александр Самарский. И, возможно, вы тоже поставите себе в дом, в квартиру. Уютно становится, реально уютно. Так что на этом все. С наступающим вас!